Всем good morning! Так, сегодня у нас приключения продолжаются. Мы сегодня собираемся в ближайший городок под названием Фуджоу. Посмотрим, что там есть. Вам интересно или нет? Ну что, погнали? Да, what's up? We don't talk anymore. Why are you recording the bridges? Oh, you're leaving Fuzhou now? Yes. How did you know? This one I can leave. Is it fine? Or... No. What a beautiful view. Don't leave me. No messages. Ну что ж, ребят, мы прибыли в тот Фуджоу Муви Таун. Здесь у нас какое-то шоу динозавров. Так что не обращайте внимания на такие звуки. Как прикольно, так миленько. Ну, тут погода немножко нас подвела, дождик идет. Snack, some kind of bread. What is it? Candy shop? Oh, it's not real one, right? Oh, it's just for photo. Погодка, конечно, подвела. Ну ладно, тоже пойдет. That's some work. There is some kind of temple. Is it a temple or not? No? Some kind of shop. Will we enter this place? Let's have a look. What is there inside? There is a cafe, I think, or not? No, it's not. Not? Some kind of performance here, sure. Oh, here's a popcorn. But let's see what kind of show will it be here. Wow. Area. Oh, look! Oh my god. I was scared. What? Tabak, sливки, Mila. Can you read that one? Крем. Look at this place. Da 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 da. Da 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 da. It's look like the witches are living here. Really. But I have got a backpack. But if the weather was, I don't know, was shiny, how it's gonna be? Oh my god. Mila, let's go inside. Where are you? Oh, Mila, I'm here. Wow. Wow, Mila, you can take cool photos here, if you like it. Look, someone was living here. Why not? Wow. Cool.
two big buildings in color. Can you ride it? You want to ride around the movie town? We can try. Реально, тут никого нет. Вообще, эта зона перекрыта. Но так интереснее изучать. Очень много интересного. Кто хочет побывать в отеле? Отель Сундзя. Можно произвести чек-ин. What is there? Everything is wet here. No! Done. Wow. Wow. I like this style. Ну как можно назвать этот город? Уже какой-то мертвый город. Ни души, никого, ничего. Вот, а здание, архитектура такая интересная. Мотоцикл. Автодор. Так интересно, очень много названий на русском. Как-то это непривычно. Oh, it sounds scary. Тут какой-то звук. Музыка заиграла. Всеми любимый что? Принц Хотел. Ну что ж, ребята, место очень интересное и такое, знаете, завораживающее. И в одно и то же время такое, не знаю, scary, очень страшно. Потому что здесь практически никого нет. Ничего здесь не работает. Все такое старое. Еще погода такая дождливая. Я иногда слышен гром. Вот музыка заиграла. Я не ожидал, что здесь вообще музыка сейчас заиграет. Атмосфера четкая. А здесь, походу, какой-то темпл. Все, что... О, здесь, наверное, кого императоров таскали. Скорее всего. Да, здесь какое-то представление, наверное, было. Очень интересно. Круто. Вау, небо какое красивое стало. The street looks so cool. Amazing. Polydor. Heights, Paramount. Мои хорошие, смотрите, сколько надписей на русском я нашла. Фэшнабельный отель. Ледяной американец. Хороший экспрессо. Как-то не очень понятно. Австралийский белый карамельный кофе. Очень интересно. Тут, кстати, такая музыка играет, прям атмосферно, как говорится. Так, ребятки, оказывается, вот здесь был вход вот, в Фуджоу Movie Town, а мы зашли в парк динозавров, и там как-то пересекли границу вот в этот парк. А вход, оказывается, был тут. И вышли мы отсюда. Странно, да? И вроде вход тут 60 юаней, а в парк динозавров вроде как
25. Вот мы оттуда зашли. We're on the way to the lake. The roads are perfect, but the weather is awful. We're sweating like pigs, I think so. Ребятки, мы добрались до Тайху Лейк. Красиво, но очень жарко, так трудно ходить. Вот такая красота позади. А вот не видно гостиницы.